Их мяч, куда вы бежите? Рома, тише, блин. Ну они уже смену делают. Куда ты их гонишь? Боже, Никит. А теперь давай, да, 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 да. Thank you.
Понятно, он у тебя возит, ты вышел. Саша, выходи! Дома, леви! Заходи! Вот! Thank you.
Очень толковый. Соперник не быстрее, не техничнее. То есть, по большому счету, начинали игра, ну, где-то они немножко, наверное, чаще были. Но, мы отдаем пасы стоим. Ну, блядь, ну вот не стойте после паса, ну вообще нельзя этого делать. Еще раз напоминаю, все движения, которые я прошу. Если мы сядем, есть простая игра, есть сложная. Простая игра выглядит так. Вы отдаете передачу и уходите в центр. Отсюда отваливается стоп, отдает, вы прибегаете, а вам идет касание сбрасывать. Если вы после паса начинаете резкий рывок, он за вами успевает, отваливаете сюда, то же самое у вас будет. Или вам сюда начнется. Но вы должны сделать этот резкий рывок. Вот смотрите, вы думаете, что мы пришли сейчас полусогнутых ногах, обыграем еще. Нормальные пацаны, хорошие в форме, стараются, играют. Может, они не футболисты, но при этом они делают все грамотно, аккуратно. Поэтому рывок вперед. Дальше, отсюда. Отдаем передачу, начинаем заходить. Артем, приоритетная передача сюда, а не сюда принимать. Если он тебя сюда гонит, тебе потом неудобно будет отдать. Вот просто можешь обрезаться на ровном месте. Гляну, если этот играет так, что можно отдать? Можно. А так отдал, расширил. И вот раз у человека есть вариант. Вот передача под стенку. Вот просто передача в край, вот сюда, вот ему в зону свободную. Или просто, если это сделал блок, вот сюда отдали передачу. Если это сужает, вот отдали передачу, мы продолжили работу. То есть приоритетная передача — просто перевести мяч на другую. Дальше просто перевести мяч и расширить, когда здесь зашел. Очень важно это момент. Второе. После передачи, если нас выжимают здесь, встали. Освободил здесь тут, сюда отваливается игрок центральный. Эльдар должен его ловить. Эльдар! Смотри, вот нас выжимают, вот этот игрок вызывается в центре, не сюда и не сюда, и тут отвалится. Ищи вот эту передачу. Не надо простыть. Если ты дал, когда не надо, тогда надо для того простыть. Ну, перестой. Что касается аутов, ребят, еще раз. Встали вот здесь. Наш игрок здесь был, серый, не здесь, когда ты все время здесь. Оставил мяч и побежал резко в диагональ. Вот вариант. Первый сюда, отсюда сбросил. Второй, если что, подсесть сюда, если сюда. Третий вариант. Отдали сюда передачу. Это в касание ищет вот эту же передачу. После передачи сюда еще раз. Зашли сюда, сюда и болеть. Есть простая вот сюда. Если ничего не придумали, на столба, после того, как отдал мне сюда передачу, держим мяч, бегаем в столб. Самая главная претензия, кроме того, что мы неправильно думаем и двигаемся, это в том, что по движению два прессингуют, два на полусогнутых. Активнее выдавливаем. Игрок с мячом, вот я пошел выдавливать, вот ставим корпус вместе, выдавливаем, выбиваем мяч. Если он прокинул, он посрезался, врезался, побежали назад. И играйте на чистых без мяча. Играйте вот, руки помогают, играйте жестче. Стояли проволны, которые мы сделали дурацкие, сзади коснулись игроками по ногам. Должна быть игра, когда вы жестко, плотно выдавливаете. Руки в том числе должны помогать. То есть я не вижу азарта и огня, за счет которого мы сегодня можем победить. Соперник посерьезнее. Давайте это сделаем. Наши пиво! Ёбаные пацаны, я просил. Это не то, а я. Дерни сетку. Сетку попробуй дернуть. А, все, это сюда возвращается. Нет, нормально. Ребята, еще одна. Играем агрессивнее в обороне, вдавливаем всех. Кто только чуть-чуть подустал, смена 2 минуты. Подскажи, мимо бежит и проси подсказку от этого.
кого мне брать? Вот эти двое стоит. Правого или левого? Если он твой правый, я взял все, он лежит у нас это левое. То есть это важный момент, чем быстрее поставить, меньше тебе надо с другой работы делать. Но если он мне подсказал, и мне, если не стоит, то он лежит правее. Значит, этот игрок лежит. Вот если правее, вот, вот мы вдвоем ночевой игрок, левее тебя, да, ты, никого нет, то ты лежишь. Вот ты с ним уходишь, а это... Конечно, если ты уже плохо ставил, ты
Лучше. Давай, давай, давай.
стоим в синий, стоим в синий. Движение к мячу не делаем. Стоим в синий, стоим. Wow.
Thank you.